Всем привет, с вами Конор. И сегодня я хочу поиграть в Metro Last Light. И это будет непростая сюжетка, это будет одно из дополнений, то есть задание одно такое очень веселое, интересное. Так вот, я думаю, кто хоть раз играл в метро, тот может слышал о таких сталкерах, которые все время на поверхности, там мертвые валяются везде. Вот. И в общем, в этом задании мы себя пробуем в качестве такого сталкера одного, который там будет искать вещи. Ну что ж, давайте начнем. Ну, здорово, сталкер. Теперь будем вместе работать. Значит так, расклад у нас простой. В группе всего 5 человек, считая нас с тобой. Я Кузьмич, на мне вся матчасть. Оружие, снаряжение, все это будешь брать у меня. Вон тот мужик в химзащите, это шаман. Он наш эксперт. Оценивает все, что притащишь с поверхности. И отстегивает патроны. Есть еще близнецы. Ну, с ними ты сам познакомишься. Теперь о главном. Зачем он на плече сидит? Оружие, снаряжение, фильтры. Все это придется покупать. Че смотришь? Вот. Думал, у меня тут богадельня? Монстр такой. На всех не напасешься. Ну, приобщайся. Фильтры, маска, аптечки и пушки. Кстати, как зверя какого убьешь, советую его распотрошить. Знаешь, сколько они ребят вроде тебя со всем барахлом сожрали? То-то. Ни пуха, ни пера, сталкер. Удачи. Так, давайте пойдем с этим шаманом познакомимся. Привет, привет и еще раз привет. Я шаман. Я оцениваю все принесенные с поверхности предметы и выдаю соответствующие вознаграждения. Ты, вероятно, как и все молодые сталкеры, питаешь надежды обнаружить настоящие реликвии, наподобие легендарной карты секретного метро, но, боюсь, придется тебя разочаровать. Вот список предметов, которые рекомендуется подбирать в первую очередь. Топливо, книги, произведения искусства и всякие полезные вещи. Детские игрушки, компьютерные запчасти. Ничего особенного, честно говоря. Ну что ж, что искать, ты знаешь. Искренне желаю счастливого пути и скорейшего возвращения. Ах да, и лампочки не забудь. Ух ты, новичок. Привет, меня Бар зовут. А меня Су, привет. Тебя, значит, в нашу смену загнали? Ну ясно его, Гришу же сожрали. Ну, раз так, можем дать пару советов. Да, даже три. Три правила выживания. Точно. Первое правило. Оно же главное. Фильтров на поверхности не найдешь, не надейся. Так что, сколько с собой фильтров взял, столько и проживешь. Всегда запасайся так, чтобы на обратный путь хватило. И с запасом. Второе. Шлюз ведет в канализацию. Из нее можно подняться на поверхность в разные части библиотеки. Пока только в одну. Но поиск других выходов — это как раз одна из твоих задач. Точно. Так на чем это я... А, ну так вот. Тоннели мы пока особо не изучали. Так что ты там смотри по сторонам и запоминай входы-выходы. Ну и третье. Видишь, на столе у шлюза коробка с лампами. Бери с собой. Питание мы там восстановили. А вот лампы заменить руки дошли. Так что ты, брат, как идти будешь, вкручивай по дороге лампы. И ориентироваться будет проще, и уютнее маленько. Домашняя обстановка, все дела. Ну и не забывай пополнять запас ламп, когда будешь на базе. Ну, удачи. Пока. Ну что ж, давайте нам уходить. Или как? Лазейка. Фильтры. Вещи. Костюмы. Так, что-то меня немного подлагивает, давайте сейчас перезапущу и продолжим. Так, ну что ж, давайте выбираться отсюда. Все, Открывается. Так, вот я вижу сюда лампочку, надо, наверное, вкрутить. Здесь одна. Еще одна.
Так, еще одну вижу. Только здесь с этой стороны ничего нет. Так, давайте все это спалим, потому что нафиг это не надо. Так, отлично. А, вон еще одну вижу. Так. Ну вроде все, давайте выбираться. Короче, нам нифига не дает. Давайте дальше искать в поисках что-нибудь поинтереснее. Конечно, то сейчас будем здесь ходить, и оно вот это все будет вылазить, вылазить. Конечно, не очень. Еще лампочки нам принесли. Че он тут двигатель делал, я так и не понял. Ну ладно, давайте. Привет, привет и еще раз привет. С радостью полюбуюсь результатами экспедиции. Еще канистра. Сгодится, хоть и фонит. Так, так, так. Ну что ж, ничего особенного, честно говоря. Так, так, так. Не представляет ценности. Молодец! Славно потрудился. Великолепная работа и соответствующие вознаграждения. Кстати, об экспедиции. Между выходами на поверхность рекомендую хорошенько отдохнуть. Это значительно повысит твои шансы на выживание. Так, ну вроде все, мы тут все сбросили. Мы сколько нашли за одну вылазку, я даже никуда не уходил.
В принципе, вроде интересно. Привет, привет и еще раз привет. Что здорово, все время? Привет, он Су. Привет, он Бар. Главное, помни о фильтрах. Не пытайся сразу найти вход в библиотеку. Фильтров не хватит. Вот как поднакопишь деньжат, да накупишь фильтров. Да я понял. Да изучишь территорию, тогда можно и в библиотеку. У Гриши, которого ты заменил, отличный арбалет был. А у Петра ПНВ. Так что кто первый их найдет, того и тапки. Пока. Пока. Значит, там где-то лежит прибор ночного видения и арбалет. Надо найти, конечно. Посидим. Покурим. Ну, молодец. С почином. Так, сдавай, что принес, и ко мне. Продам тебе фильтры и патроны. Так, ну я понял. Так, мне нужна какая-то пушка реально помощнее. Обмен. Так, наверное, на атаку поменяю. То есть я старую продаю за 10 патронов. Ашот на дуплет. Ну ладно, в принципе, что, все равно пригодится. Не, что это слишком дорого уж. Лазерный прицел. Увеличивает удержание, снижая влияние дачи на точность стрельбы. Ну ладно, я тогда потом уже накоплю денег и что-нибудь себе обязательно поставлю. Калаш какой-нибудь куплю там. Драться с библиотекарем без такой брони, считай, без шансов. Местами на поверхности радиация такая, что без этого костюма и соваться нечего. Никаких фильтров не хватит. Вот это классно понижает расход фильтров в зоне радиации. Так, ну что ж, я надеюсь, на этом все. Первая часть вот такая вот будет небольшая, вводная. Они нам все рассказали, что тут да как жить. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите новых выпусков. Всем пока!